zadovoljstvom ja sam sada ovde u Litanju opet. Dobro pamtim vaše gostoprimstvo. Я очень хочу надеяться, что эту выставку космической фотографии увидят не только жители Витания, но и другие граждане Словении. Мне кажется очень важным, что выставка открывается именно здесь, в Витании, на родине известного теоретика космонавтики, Поточника Норвинга. Сегодня особенно хорошо видно, как много сумел предвидеть этот молодой человек много лет назад. Мне кажется, таким ученым, Поточником Норвингом, может гордиться и Словения, и Хорватия, и Австрия, и вся Европа. Я очень признателен жителям Витании, которые пришли сегодня на этот вечер. Я благодарен также тем очень занятым государственным людям, которые, оторвавшись от своих важных дел, приехали сюда из Любляны. Мне приятно, что здесь много корреспондентов, которые, в общем-то, мои коллеги. Причем некоторые приехали из других стран, и даже кое-кто заблудился по дороге. В общем, мне кажется, что сегодня у нас будет очень хороший вечер. Хвала вам на позыв, хвала вам на пажню.